А, кстати, ты знал, приятного что аппетита, кто там хавает. приятно подавиться, да? Уже кто-то подавился. Илья, почему у тебя брат подавился? Или ты его там насилуешь потихонечку? Он сидит, играет в телефон. Чё тебе не нравится? Ну, судя по звуку, он там не в телефон играет. Погоди, как я могу насиловать брата и с тобой играть? А хер тебя знает. Я чё, тебе мистер Фантастика, что ли, тут растягиваешь? А хрен тебя знает, мой маленький извращенец. Если бы я был мистером Фантастиком, я бы до тебя дошел, да и что-нибудь сделал. Ой, ой. Я бессмертен по умолчанию. Хреново у тебя бессмертие. У меня пиздатое бессмертие. Я как возьму, как перну. Ну, это защитный механизм, Лёш. Это не защитный механизм, это бессмертие. Жить захочешь, но не подойдешь ни хера. Ой, как... Давай, готовь. Так. А точно с нами играют. Так, так. Сейчас я думаю, мне тут надо... Так, погоди, блин, у меня что, только 2/5 уровня осталось? Бляха. Я... Франтия. Парлеву... Я с тобой, товарищ. Парлеву, Франсье? Ёпта. Да мне фу. Да ты заколебал там играть в этот шедуфай. Бой с тенью ВКонтакте тот же самый. Вообще-то шедуфай это... В принципе, да, тот же бой с тенью. Брат КВ-2, давайте я за тебя спрячусь, ты поедешь. Какой ты ему нахуй брат? Очень далекий. Не брат ты мне, гнида черножопая. Почему я так и думал? А вон КВ-1, слышь? Паша, прикрой своего младшего братика. Пиздец тебе. Не брат ты мне. Не трогай! Я вошел. Иди да выйдет, догони меня, патрон будет. Первый у нас там на очереди КВ-1. Ты в курсе, что 2 выстрела и минус 134 будет? Давайте не будем. Давайте будем плюсовать, давайте. Плюс 2 выстрела в КВ-4. Нет. Какой КВ-4, блядь? Какой-нибудь. Давайте плюс, наркоман, КВ, давайте плюс 2 выстрела в КВ-1 равно 0 КВ-1. Блин. Это равно не пробитие равно нихера. Равно минус 1 до 34. Это не математично. Как, если плюс прибавляется к тебе, как КВ-1. Паша, там твой очень близкий родственник. Чувак, у меня слабые тормоза, прости. у меня слабый это, зажим на мышке, прости сейчас. Так, вот к... Вот, а... Два... Вот, соблюдайте. Сейчас... ПДД, бля! Тебе сейчас ПДД... Знаешь, куда полетит? Да, Илья, соблюдай ПДД, а то как тебе влетит ПДД, по самому ПДД? Мне? За что я так... Ну, ты, блин, понимаешь, тебе сейчас это ПДД по самой ППД, блин. Вот сравни ехать на Феррари и на Белазе. Кто прав? Белаз. Вот. Поэтому я говорил, давайте Белаз. Ну подумаешь, там это, дороги маленькие. Зато машина здоровая. Там как раз... Давайте вот кто прав. Водитель на Феррари или водитель БТР? БТР. Правильно. Потому что ему никто не смеет угрожать. Не, а тут вообще-то под вопросом. Потому что чтобы БТР, чтобы Феррари можно взорвать. Не, я имею в виду, кто кого задавит быстрее. Феррари, БТР или БТР, Феррари? Ну смотри, какая скорость у Феррари? Блин, чё за...
Наглый обезьян. Потому что если большая скорость в Феррари, то я подумаю ещё. Кто кого задавит, а кто от кого съебётся. Ну, я так мелочь разберут. Куда забрали? Чё за... Т-34, ты не обнаглел? А, кстати. Кто будет прав? Водитель БТРа или водитель БелАЗа? БелАЗа. А тут вообще-то под вопросом. В БТРе-то пушка есть? Нет, блин, моё брю. Я до сих пор живой, так, это я вкусил. Пацаны, пошлите хватать мелочь, пока есть. Илья, а теперь кто будет прав? Водитель танка или водитель БелАЗа? Танк. Водитель танка! А вот нихера, если водитель БелАЗа встанет на танк, пушка уже нихуя не двинется. Ну смотря, во-первых, какая модель танк, какой танк. Ой, какой танк в небо, вес БелАЗа навряд ли выдержит. Не, ну, есть такие танки, вот с пулеметиком, я очередь с пулеметиком, да и дал. Ну хотя... Ой, я посмотрел бы, как он это колеса бы пробивал бы. Так, пацаны тут... А потом пацаны, ремонт. Пацаны, колёс. Пацаны, я нашел крысу. Ну я с ней общаюсь вообще-то. Так, не надо, я крысу как конкретно, и то иногда. Ну вообще-то я говорил не про тебя и не даже про Павла, я вообще говорил, то что я общаюсь периодически с ним. Ну а если ты сознался, то... Ну, бывает. Получай машину в жопу! Вот сейчас фашист тебе так долбанет в то же место. Ауфитерзейн! Ауфитерзейн. Да, блядь, тебя. Хорошо, погнали. 28. Действительно. Я выжил. А это минус. Лёха, тебя чуть не убили. Когда? Не знаю. Пидорас. Так. А, Лё. Чё? Ты в год мод играл? Играл. Настолько долбанутая игра по загрузке. Я вообще не получусь мне поиграть. Это ебануться, я потому что я помню установил, запустил. Я японский сидел... катафалк. Это знаешь, какой пиздец был? Там... Я где-то полчаса ждал, когда он запустится, и после только пятого перезапуска, да, она решила заработать. Я сервер дольше ждал, потому там запуск. Вообще. Только подключение к игре. Поиск новой игры. А потому что малые люди сейчас играют в Godmode. Сейчас в нее, если играть, то играть с друзьями. Вот я предлагаю, может... Да зачем? Да, хотя ладно. Закрыли тему. Ну, понимаю, если вы что-нибудь теряли, интересно, а Godmode, это, как по мне, мне не интересно, по крайней мере. Так, ну, танки берите. Я уступаю вам двоим первые танки. Хотя, Лёха, давай-ка я лучше возьму, а то ты сейчас, я знаю, кого ты возьмешь. Кого я возьму? Я знаю, кого ты возьмешь. Кого я возьму? И сейчас так говорю, уступайте первым, и ты берешь Лёву, блин. Угадал, сука. Да погоди. Не, погоди, я хочу быть умным. Ну, все, запускай быстрее шарманку. Наркоман. Кто тебе сказал? Ну ты не отрицаешь, значит, так оно и есть. Кто это сказал сейчас? Ну ты ж не отрицаешь, значит, так оно и есть. Тебе кто сказал, что наркоман? Ну 3 кв1, Знаешь, после третьего стакана минералки. И не такое узнаешь. Знаешь, я сейчас вытащил из клавиатуры кнопку Escape. Под ней оказались залежи еды. Под ней оказались залежи трупов
Муравьев. Жрать меньше за компьютером надо, вот. Муравьям меньше под эскейп надо лазить. Ну, тоже, тоже в оправдании. А, ты в Dark Souls 3, кстати, играл? Не. А я, честно говоря, собирался поначалу, да? Но потом что-то меня разозлило то, что у китайцев он вышел, да? И сразу все наши, у кого PlayStation 4, Xbox One, да? Все сразу такие через японский PSN Store и там... Xbox Store, я там не помню, как он точно называется. Ну, в общем, Xbox One. Короче, через Японию покупали. И там на Xbox на One русский был. А на PS китайский. Ну, японский точнее. Короче, после того, когда я увидел то, что уже дохера человек так сделали, да? Я что-то посидел, подумал. Блин, хотел для канала Dark Souls 3 пройти, но после увиденного мне такое отвращение появилось к третьему Dark Souls. После того, как все его затарили, ну как им затарились, да? Такое отвращение пошло на это. Что просто такой, думаю, нет, только если... 960 GTX куплю, вот только тогда, больше никогда, блин. Хотел, думал, ну, ладно уж, буду там на каких-нибудь самых оптимальных, да? Чё, ну, за... как-нибудь уж. Но после этого мне так, такое отвращение. Что ж, ну я просто не мог, короче. Блин, это ж не Steam. Я уже сбесило. После чего, либо третий Dark Souls я буду проходить для себя, а если буду для канала, только если 960 возьму. А там вроде какой-то, кстати, сняли с производства или что-то. GTX что-то там, 860. Что-то. Там я что-то про 980 услышал, что ее сняли с производства. Не, ну... Кстати, Xbox 360 сняли с производства. Ой, это я и так давно знаю. Там об этом уже месяц, по-моему, как уже говорили. Там где-то месяца два или три назад говорили то, что скоро снимут с производства, так как это... Нет. Xbox One будет поддерживать игры Xbox 360, да? И тем более Xbox One, это... Его в последнее время почти чуть ли не все использовали как этот... Как домашний кинотеатр, что-то наподобие. Я не знаю, я себе, короче, возьму третью плойку. Меня кто-то сбоку тут долбился. Я сейчас... Мне сейчас нужно... И перепрошу, и буду качать себе в сторону, да. Игры. Удачи, ты заебешься перепрошивать. Тебе надо будет скачать сначала прошивку, которая под взлом подходит, да? Потом сам взломщик, ну как бы взломщик, там чуть другое, там этот надо под прошивку это все делать, да? Эту херню. Я уже забыл. Там CV, что-то там, вот это вот. Там кодировщик диска, что ли. Не помню. В общем, что-то скачивать придется. Ну, короче, ты себе мозг вы трахаешь за все это время очень жестко. Ну, игры хотя бы будут бесплатные. Ой, ты заебешься 50 гигов качать. Там, если какой-нибудь GTA, да? А, там, еще я в GTA 5 себе скачать буду, ни хер не скажу. На ПК себе GTA скачай. А ты мне дай еще 30 тысяч, если я ПК обновлю, да еще. Я посчитал, мне нужно 40,
чтобы обновить так, чтобы мне это где-то лет 5 не надо было обновлять его. Так пока нормально. Но и то, блин, я еще 100 раз сейчас подумаю, либо мне на ПК потратить, либо же на ремонт моей табуретки 4-колесной, блин. Бляха-муха. Ну кого у тебя такой разброс? Так, ну, в принципе, 3 грохнул я. Илья, по-моему, там кого-то почесал за ушком. Хватит мои косяки вспоминать. Я, блин, сказал, по-моему, он сразу про свои косяки, значит, он нихера никому не попал. Я не попал, я выстрелил даже, не успел. Ну вот. Паш, попробуй вот. Они вот тут где-нибудь будут. Ну да, вот. Я тоже хочу сказать. Кто там вот остались? На одни... М41, М44, СУ-122. Я уверен, что они меня убьют. Паша, будь оптимистичным. У тебя... А, ну у тебя подбойника нету противоосколочного. Скоро будет шашлык. У меня на 8 уровнях только противоосколочный подбой, и то на этом нету, на КВ-4. Лёха, ты War Thunder. Какой там уже? Обнаружил. Ну у меня там был второй, и остался второй. Я же сказал, убьют. А, потому что ты ехал прямо, а налево, направо вообще не смотрел. Не более, я в War Thunder-то не играю особо. Я так зашел тогда. С Романовичем немного. Поперекидывались и все. Ой. Так, что, вот то. Ну чё.